Протягом останніх 5 тижнів на українських подвір'ях від Луганська і до Ужгорода почали з'являтися саморобні перекладини. І щоранку біля них не проштовхнутися, а все завдяки сильним, мужнім і дуже гарним хлопцям. Колектив «Воркаут»! Стоим на сцене, на нас смотрит вся Украина, и как-то оно непередаваемое ощущение, и, можно сказать, неописуемое. Вот так, вот так, вот именно так не могу. Вообще, вот... Вот мне даже больно думать об этом. Мне кажется, у меня пальцы оторвутся. Сердце аж вылетало. Ожидание, этот момент, это полминуты этого молчания. Там аж там перехватывало дух. Найбільшу кількість симпатій глядачів сьогодні здобув. А потом, когда назвали, там как все ж спустилось. Команда «Воркаут»! Запомнится на всю жизнь, то есть это, можно сказать, главное событие в жизни. «Воркаут»! 50 непринятых вызовов, телефон разрывался вообще. Выходишь во двор, поздравляют, приходишь в универ, говорят теплые слова. Приходишь на площадку, и там подходят, спрашивают, это вы там принимали участие? Мы такие, ну да, скромно еще ж, отвечаем. Декілька хлопців, які займаються такою корисною для свого здоров'я справою одночасно, ну, викликають захоплення. Не собак ганяють, як я люблю казати. Ну, был такой случай, что на зачете. Я сказал, что опаздываю на репетицию, попросил поставить по поточным оценкам, там выходила четверка, а он поставил 5. Выразил свой почет нам. Выступление бомба. Все бомба. Причем в лапу в этих скобах. Вообще в порядке выступит. Лучшее. Чтобы переплюнуть номер, который они показали на полуфинале, им нужно будет сделать что-то заоблачное. Я не знаю, с пушек, что ли, выстреливать себя. На доле своей мышцы и вперед. И все, вот это главное пожелание. Вот. Чтобы хватило и силы, и терпения. Воркаут!
Ти воркаут! На арені шоу «Україна має талант». Хлопці, мені навіть не хочеться нічого говорити. Можна я просто постою поруч і тихенько позахоплююсь. А кажуть, хай ті, кого посада зобов'язує. Слава, впевнена, зараз ти хотіла помінятися зі мною місцями? Думаю, так. Да. Ребята потрясающие. Виступлення потрясающее. Я тільки успіла говорити. Ох, ах, это было так захватывающе. Постановка прекрасная. Вы в ней смотритесь, ну просто олимпийские боги. И я могу вам сказать, ребята, что с того момента, как вы пришли в наш проект, вы сделали такой рывок вперед, что мне трудно поверить, что это те самые мальчишки, которые пришли с улицы к нам. Вы настоящие суперпрофессионалы. На вас приятно смотреть и за вас хочется переживать. Слава, справа в том, что они не профессионалы. Вот в чем весь секрет. Так вот я и говорю, что сейчас передо мной профессионалы, а пришли мальчишки с улицы. Какой рывок сделали люди, как они выросли на наших глазах, и это восхищает. Здорово. Дякую. Ігорю, що ти скажеш? Я скажу, що я відчуваю комплекс неповноцінності. Ти на пляжі більше не роздягаєшся. Я на пляжі віднині загоряю лише в сорочці з довгими рукавами. Хлопці, я думаю, що кожен, хто дивився ваш виступ, відчував на собі м'язи свої. І в цьому є величезна емоційна зарядка, яку ви тільки що зробили. Я вам аплодую. В мене знову вірші в голові. Виступив воркаут і всі зрозуміли. Всім аут. Ну, всім, хто до того був. Я вражений. Я вражений, в мене немає чого сказати. Я радий за нашу молодь, яка має такі от м'язи. Дякую. Влада, тобі слово. Так переволновався, сказав, лише в сорочці. Лише в... А, ти маєш на увазі... Ні, вибач, да. Ну і в кальсонах, ну в смысле в этих, ну, в спортивних... Ой, не начинай. Ребят, честно, чуть-чуть волновался за вас перед финалом, потому что уж слишком хорошую постановку вы показали в полуфинале. Ну, настолько идеально все было, и тяжело было поверить, что можно повторить успех. Но вы это сделали, и вы, на мой взгляд, взяли сегодня новую высоту абсолютно. Сегодня это стопроцентное, на этот раз уже финальное попадание. Я вспоминаю то, действительно, какими вы пришли на кастинг и выполняли просто физические упражнения на снарядах. Да? Сейчас посмотрите, как вы выглядите, как вы смотрите, насколько музыкально все происходит. Горжусь вами, горжусь нашим шоу. Круто. Дякую. Ці хлопці дійсно гідні поваги і захоплення. Та чи судилося їм стати переможцями, залежить тільки від вас. Тож, якщо ці красені вам до душі, телефонуйте 0900 102 011 та надсилайте смс з кодом 11 на номер 7766. Пам'ятайте, у фінальному голосуванні з одного телефонного номера за одного учасника буде зараховуватись тільки один голос. Хлопці, вболіваю за вас, хай вам щастить. Це був колектив «Воркаут».